Скажи «нет» прокрастинации. 8 книг, которые помогут сдвинуться с места. Первая книга – Максим Дорофеев. «Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо». Почему, даже зная, как надо правильно работать, человек на практике делает все так, как привык, то есть плохо. Максим Дорофеев простым и доступным языком объясняет, почему так происходит. Прочитав эту книгу, вы узнаете, как устроено ваше мышление и память, почему вы не экономно тратите ресурсы своего мозга, как их сохранить, как правильно концентрироваться, формулировать задачи и восстанавливаться для продуктивной работы. Практичные, проверенные и обоснованные приемы помогут вам сделать список задач реально работающим и гарантированно добиваться поставленных целей. Вторая книга – Катерина Ленгольд «Просто космос». Практикам по агил жизни, наполненной смыслом и энергией. Технологический предприниматель Катерина Ленгольд, автор бестселлера «Агил. Ежедневник. Космос», в новой книге рассказывает о своей системе планирования, основанной на методологии Агил и 9-недельных спринтах. Автор делится опытом по постановке целей, формированию полезных привычек, борьбе с прокрастинацией и восстановлению энергии за счет эффективного сна, питания и управления эмоциями. Третья книга – Максим Дорофеев «Путь джедая. Поиск собственной методики продуктивности». Универсального рецепта успешной и продуктивной жизни для всех нет, не было и не будет. Нужно создавать свой, и единственный способ сделать это – проводить эксперименты над собой, считает Максим Дорофеев, автор бестселлера «Джедайские техники». Здесь вы найдете инструменты самонаблюдения и конструирования личного рецепта успеха. Мысли, однократные действия вакцины, регулярные практики и индикаторы, из комбинации которых и получится тот уникальный, подходящий именно вам метод продуктивности. Четвертая книга «Марк Голдстоун» Филипп Голдберг. «Не мешай себе жить». Как справиться со страхом, обидой, чувством вины, прокрастинацией и другими проявлениями саморазрушительного поведения. Многие люди с сожалением осознают, что не способны реализовать свои планы, потому что сами возводят преграды на пути к своей мечте. Проанализировав 40 моделей саморазрушительного поведения, которые препятствуют осуществлению желаний, авторы книги составили практические рекомендации по преодолению самосаботажа. Книга для всех, кто попал в ловушку саморазрушения, но хочет улучшить свою жизнь, избавившись от деструктивного поведения. Пятая книга Франческо Чирилло «Метод помидора. Управление временем, вдохновением и концентрацией». Метод помидора спас миллионы проектов, карьер и судеб. Это самое мощное оружие в борьбе с прокрастинацией и самый простой способ сконцентрироваться на сложных задачах. Ему посвящено немало книг, но та, чью аннотацию вы сейчас читаете, первая и единственная, написанная автором оригинальной методики. Франческо Чирилло придумал ее, когда учился в колледже. С тех пор он провел тысячи тренингов и коуч-сессий, обучая людей по всему миру продуктивности по помидору. Шестая книга Хенри Шувенбург «Таня ван Эссен. Прокрастинация». Такое случается почти со всеми. Мы откладываем выполнение неприятных дел и в итоге живем от дедлайна к дедлайну. Почему так сложно противостоять прокрастинации и вовремя включаться в работу? Эта книга, написанная двумя современными нидерландскими психологами, отвечает на многие вопросы. Отчего нам так хочется прокрастинировать и почему это свойственно всем людям? Почему прокрастинация – это не лень? Каковы симптомы прокрастинации? Как выявить их у себя? Но главное, как с этим бороться? С помощью простых коротких тестов и упражнений вы научитесь лучше распределять свое время, создавать позитивный рабочий настрой и сохранять мотивацию для выполнения трудных проектов и неприятных дел, которые так и тянет отложить в долгий ящик. Седьмая книга Элис Крайб. «Мечтай, планируй, действуй. Как выбраться из хаоса дел и осознанно двигаться к цели». Молодая девушка Элис долгое время искала себя и старалась быть не хуже других. Пыталась найти ответы на вопросы «Кто ты?», «Чем занимаешься?», «Как того требует современное общество?». Но все попытки обрести понятную профессию не приносили никакого удовольствия. И понимание того, что нужно рисковать, не бояться ставить перед собой большие цели и не зависеть от чужого мнения, пришло не сразу.
Сейчас Элис Крайб успешный предприниматель. У нее несколько авторских проектов, хороший доход и множество новых идей. В своей книге она щедро делится инструментами, которые помогают ей достигать поставленных целей. Вы поймете, как использовать свое время по максимуму, находя мотивацию и разрабатывая практичный график, и как не сбиваться с пути к стратегической цели. И восьмая книга Карен Лиланд «Найти баланс. 50 советов о том, как управлять временем и энергией». В погоне за результатами в эпоху многозадачности порой необходимо остановиться и осмыслить происходящее. Туда ли я бегу? Правильно ли я трачу время? Могу ли я организовать жизнь так, чтобы работа приносила радость и оставалось время на отдых, семью и друзей? Чтобы найти ответы на эти вопросы, основательница международной компании, автор нескольких бестселлеров Карен Тайбер Лиланд и консультант по коммуникациям Кит Бейли предлагают разобраться в рабочих процессах. Опираясь на собственный опыт и наработки коллег, авторы советуют задуматься над тем, как вы получаете рабочие задачи, где их фиксируете, как и когда решаете. С помощью простых советов и упражнений вы научитесь управлять временем и энергией, чтобы успевать делать самое важное, хотя в сутках по-прежнему будет лишь 24 часа. Вот такие вот 8 книг, которые помогут вам сдвинуться с места. Забудьте про прокрастинацию. Всем удачи и пока!